Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня утренний обзорчик акций. Посмотрим, что у нас интересное есть. Ну, на английском сервере завезли то же самое, что и на русском вчера. В принципе, относительно неплохой билд и пак 4 и 6. То есть такой вот вариант. Ничего особо здесь не поменяли. То есть, сколько я понял, это будет где-то точно так же, как и пираты и остальное. То есть месяц, полтора, два, потом будет что-то менять, либо от обновы до обновы будут менять наполнение. Это, конечно, жесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 240. Это что у нас, 12к? Или даже меньше. Ну, что-то такое. Больше ничего такого интересного, в принципе, нету. Ну, в принципе, самоцветы как вариант. Не знаю. Кому, конечно, что надо. Сумки Зефира первые, Огника первые. Первым здесь уже по 600, по-моему, было 400. Это на русском 400, да, это на русском 400 было. Здесь 600. По 2000 камней можно собрать, ну, такое, скины. Не помню, такое же было или не такое. В общем, оно есть. Так, что у нас дальше есть? Flash Sale паки. Вот такие вот. 20 камней, опять молотки. Что надо. Ничего такого особенного нет. Дальше. Асурик, желейки, коллекционер. Ну, коллекционер, сейчас я секунду чекну. Инквел, а сюда добавили за 80 камней кроки. Ну, здесь хоть обновили. Коллекционер довольно-таки неплохой. Почему? Потому что вы можете получить шамана и вытащить отсюда 5 сундуков. Ну, по сути, это халява всегда была. Сейчас попробуем вытащить за значки шамана. Ну, это, конечно, панда. Кому как повезет. Ритон. Были здесь раньше зеленые, видите, начали добавлять другие герои. Нам все равно надо куда-то тратить значки почета. Не, мне, наверное, не повезет так, как, возможно, кому-то повезет. К сожалению, нет. Но все равно неплохо. Хоть 5 сундуков халявных. С этих сундуков можно и получить коробки и книжки для прокачки, руки. Ну, конечно, кому как повезет. Так, окей. С этим разобрались. Бонус, флеш сейл. Джебулонс гифт. Сумки патов. Рипстер, счастливое число. Ну, в принципе, больше ничего такого у нас нет. Так, что у нас открылся? Архидемон. Обычно его проспал. Призывает монстров. Урон по зоне. Иммунитет. По сбросу. Ну, попробуем его тоже побить сегодня. Так, окей. Что у нас дальше есть? Мэри дешевеет. Поехали на русский сервер. Посмотрим, что у нас интересного. На русском сервере сегодня есть. Сегодня что у нас? Вторник. Коллекционер как-то странно. И здесь коллекционер. Здесь никакой коллекционер. В общем, кому надо паролить, пишите.
ВК паролю ближе к обеду. Так, коллекционер, подарочки Агара, временные акции, сфера дракона. Ничего такого сверхъестественного. Наборы. Бар, да? О, бар, да, осколки продают. Видите, подешевело. То есть дешевле отсюда собрать. Даже намного дешевле, нежели там. Осколки барда, скины. На русском, кстати, неплохо скины продают, хоть какой-то плюс есть. А накопление, ну, относительно такое себе, ну, тоже пойдет. Ну, возможность собрать барда, в принципе, больших пака. Так, окей. Поехали глянем. На самый удивительный сервер на сегодня — это немка. Что же все-таки интересного будет на немке интересно? Тут самый трэш, как обычно. Так, забрали мы тут дополнительно. Странно, на некоторых серверах за вход выскакивает, на некоторых серверах нет. Так, тут у нас AVR. Вот такой себе AVR. Единственное. Сейчас глянем, что это такое. Может, что-то интересное новое, какую-то халяву завезли. Это Plan for Prizes. Что-то тоже такое непонятное. Яйца. Иван там тут сегодня, ну, они в 10 часов обновляются. Тысячи. Можно тогда будет что-то интересное. Так, суки, с этим разобрались, поехали. Глянем Тайваньку. Ну, наборы накопления, я так понял, их менять у нас не будут. Так, смотрим, что здесь у нас. Офигня. Сот. Бард. Блин, первый день же обнова здесь, и здесь реально у нас не меняют. 11, 11, 26, 26 и 11 такое вот сделали за сменки. Ну, такое. И здесь нифига не это, не продают еще новые итемы. Ну, быстрее на английском, здесь вообще этого не меняют. Бесплаточка. Инженер, так. Такое, не знаю, пока, честно говоря, только удивил коллекционер. Так, давайте попробуем АЭС запустить. Может, что-то интересное у нас на АЭСе будет. Ну, на Айсе есть вот такой вот наборчик накопления. В принципе, неплохо, набор снабжения. Кстати, их странно, что-то на русском вообще не заводят. Я уже давным-давно это есть на многих серверах. Вот какие-то, но на русском что-то за это забыли. То ли я пропускаю, но вроде не пропускаю. На русском этой темы нету. Но снабжение реально самое крутое — это на сервере. Ну и немка еще. Но на АЭСе здесь было вообще раньше сундуки продавали по 50. Сейчас, конечно, ну, в принципе, за 11к вот пак тоже неплохо. Большой пак за 29, ну, не знаю. Так, ну, накопление бард, опять же, смотрите, 70.
осколков 3 пака. Я на русском, ой, на этом что-то пропустил. Но остальное тут все такое же, 130. Так, смотрим, что тут у нас. События, хрусталка. Хрустальный. Вот такой все. Я не знаю, кто сейчас хрустальный продолжает играть. Так, тут у нас скин на космо. Неплохо. 2500. Скин на космо. На халяву. И собери себе сам здесь по 3. Здесь то же самое, что и было, наверное, в прошлый раз. Но зато здесь есть осколки зефира. Можно их собрать. И опять же, смотрите, скины мелкие. Я не помню, такие или не такие были, но вот Огника. Не, по-моему, здесь поменяли награды. А может и нет. В общем, напишите, кто на Айсе смотрел в прошлый раз. Запомнил что-то или брал такое же или нет. Вот так вот, как видите, на Айсе очень дополнительных плюх. Много, которых нету на других серваках. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.